расскажем что-нибудь. Да, всем привет, с вами Вова Чеслова Михайловский. Всем привет, и Базар Вокзал ЧЕС, ну, собственно, Базар Вокзал, от канала Базар Вокзал ЧЕС. Так, ну, поехали. Блиц, 3+2 контроль, это совместный двухканальный наш проект. Поехали. Так, да, часы идут. Долгие годы я скандинавскую против себя расценивал как наглость, заслуживающую немедленного наказания. Потом, правда, с Дудой не вышел из дебюта, кажется. Точнее, вышел из дебюта и быстро очень проиграл после этого. Так, ну что-то надо делать. Как-то надо бить. Вот. А я так против кого-то попадал уже. Чушка, что ли? Ну, я со школы играю скандинавскую, поэтому все коварные места. Так, ну вот здесь на самом деле не так плохо. Вот, поэтому я намерен удовлетвориться малым. Пацаны, пошел с ноги 3, сделал пешку на e5. Отверстие 5 шаг. Да. Так, ну вот я хотел рокировать. Перевес. Так. Ладно, сбежал тогда. Трусливо. Конь d4 ты хорошо хотел. Ферзь d3 сдался, видимо. Может, не сдался. Рискнул, да? Ну, посчитал, что все-таки не сдался. Так, ладно. Нет, стукнуть я перехотел. Значит, просто встали по центру. Жаль, хотелось первую партию красиво сыграть. Ну, я тоже люблю красиво. Ну, когда сам красиво. Когда против меня.
где мат? Учили так заводить. Ладья на H3 как-то подкралась незаметно. Нужно спасать. После классика-то. Ой. Да. Просто. Так, сначала сюда. Потом. Очень важно ничего не зевнуть. Наверное, сюда. Я совсем понаделал что-то. Да что совсем? Совсем не то я что-то понаделал. Так. Так, есть проходная. Теперь я что-то не такое взял. Да. Есть проходная. Жрём. И сюда. И жрём. Так. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй, да. Так, не этого я...